Робинзон ТВ – первое интернет-телевидение Украины. Новости, основные события в стране и мире глазами харьковских журналистов. То, что вышло в эфир, и то, о чем мы умолчали. О власти, о людях, о городе. Наши ответы на ваши вопросы, наши исследования и наши впечатления. А еще Робинзон ТВ – это более 20 авторских проектов. Наши в городе. Наши репортеры существуют повсеместно. В гостях у Робинзона. Гости канала в неформальной обстановке беседуют с нами на самые разнообразные темы. «Я люблю тебя». Нет, мы, конечно, не Париж, не Нью-Йорк и даже не Москва, но это вовсе не плагиат. «Пятницы» – информационно-аналитическая программа. «Книжная пыль». В книжных раритетах ведущий определенно разбирается. Один его вид убеждает – он любит бродить по букинистическим лавкам. «Музыка на острове». Все, что можно сыграть и о чем можно спеть. «Стереотип». Пробуем опровергать стереотипы железобетонными аргументами. Над чем сейчас работаете? Программа Маши Лосевой, посвященная творческим людям и их проектам, которые создаются в данный момент времени. Разговорное шоу «Стакан чая». Двери нашей студии открыты для всех, кому есть чем поделиться в прямом и переносном смысле. «Полководец». Специально обученный человек, вернее, человечище, без риска для жизни и здравого смысла путешествует по полкам с книжным навьем. Лекции на Робинзон ТВ. Им есть что сказать. А тебе и есть что послушать. Профессионалы своего дела говорят об искусстве, архитектуре и театре. Муззон. Харьковская музыкальная поросль совершенно свободно себя чувствует в студии Робинзона, ведет беседы и поет. Модели говорят. Они действительно умеют говорить. Здесь взгляд на мир глазами моделей. Вечерний Робинзон. Вечернее интерактивное шоу Евгения Кирбабы. Остров животных. Андрей Габченко кратко, но интересно о братьях наших меньших.